Смотрите, херачит, херачит. Думаю, сейчас что-то им будет, что он будет, ничего не будет. Что тебе надо? Ты какой хороший, оказывается. Лапы, лапы. Согласен. Давай, давай, я гусь, убежи, класс, объебаешь. Вы же гуси, вы же не лебеди. Господа, это гуси или лебеди, что-то ни хера не понимаю. Порой так много вопросов и так мало ответов. Да мне вот сумку надо было достать. Вон она. Я и забрался. Я столик, блядь, нашел, блядь. Да, столик. Суровая воронежская эвакуация. Нет, подожди, это надо объяснить, как это было. То есть было так, мы звоним эвакуаторщикам, говорят, так, блядь, мы 50 километров в Воронеж. Так, ну я сцепку не повезу, а вы что, прицеп, ладно, сейчас другу позвоню, так, даю номер, так, этот, 15 тысяч, на, ладно, вы не за 15 не пойдете, ладно, сейчас другому дам, звоним ему, да, так, ладно, я Рома, здоров, да, он вас выбирает, да, да, я эвакуаторщик, ладно, сейчас приеду, за 7 тысяч отвезу вас, блядь, приезжает, эвакуаторщик, говорит, дайте денег заправиться, клянусь, говорит, дайте денег, прям, пак пустой, я, говорит, семью там в кафе оставил, быстренько блеснем и поедем. Я не знаю, если кому-то контакты нужны, эвакуаторщика, да, эвакуаторщик, Воронеж. Профессиональный воронежский эвакуаторщик. Значит, любой, да. Причем мы весим все. Блять, у нас прицеп, мотоциклы, огромный Дукалис. Ну, тянет нормально, едем 80. Эвакуаторщик, потому что. Эвакуаторщик, профессионал. Потому что, профессионал. Вот, да, главное, знаешь, не техника, а человек какой. Эвакуаторщик.